Праздники продолжаются. Смотрите, как он замариновал классно курицу. Это в чем? В сметане и в тандыре, или как он на русском называется? Красные эти специи. Всем нашим зрителям привет! Огромнейший сегодня праздник во Франции, 8 мая. Это примерно тот же праздник, что и у нас 9 мая. Вот так. Если вы знаете почему, потому что договор о перемирии был заключен в 23.01, кажется, и в России в это время уже было 9 мая, а не 8, поэтому у нас справляется 9 мая День Победы, а у них 8. Вот. Мы сегодня продолжаем делать барбекю. Вот сейчас курицу он сделает на барбекюшнице. Вроде тепло, но небольшой ветер. Ну, а так, в принципе, лето. Даже Ленку в шортике одела, только где она? Лен, покажи шортики, пожалуйста. Вон она бегает в шортиках. А, она прячется. Ну, прячется. Должно быть вкусно, господин Жюльен. Никакой реакции вообще. Тебе надо было президентом становиться. Ням-ням. Ням-ням. Смотрите, какие ножки маленькие. Пошла к папке обниматься. О, папа, конечно, звезда вечера. У него телефон с мультиками. Девочки и мальчики, никогда не верьте маркетингу и рекламе. Знаете, показывают, что это типа так романтично, розовое вино, Прованс, бассейн, солнце, лазурный берег. На самом деле, даже вот такой вот бокал холодного розового вина в обед очень сильно утомляет. Может, я просто еще не дошла до кондиции французских алкоголиков, но лично я вот бокал неполный выпиваю, мне очень хочется спать. Но я не могу, потому что надо следить за месье Тео, который купается. Вот, и отвечать на телефон. Что-то мне сегодня много людей звонят и поздравляют меня. Угу. Сказать с чем? Ты садись, доченька, садись. Садись, тогда сможешь ножками потрогать водичку. Держи ее за ручку. Bien sûr, mon petit cœur. Давай, потрогай ножками водичку, потрогай. Оп. Холодная? Для меня холодная. Холодная водичка? Ленка? Холодная водичка, да? En plus, c'est la piscine. Термометр опять потерялся где-то. Мне кажется, что он в эту штуку залез туда. Попробуй посмотреть. Надо с той стороны посмотреть. Дураба, ой. Илья? У нас постоянно термометр забивается в фильтр. Эля, комбья? Сколько градусов вода? 17. Вчера 18 было. Что-то она холоднеет. Холодная, да, водичка, дочь? Холодная водичка? Ой, он тут типа... А я, кстати, знаете что, иногда ноги вот сюда опускаю, здесь струя воды такая идет, и массаж для пяток. А иногда, когда водичка теплая, когда я плаваю, вот туда заплываю, и там, получается, спину массирую. Там такой напор хороший прям. Может, поэтому спина не болит больше? Что ты делаешь? Не знаю, я спросила, что он делает. А, хочешь искупаться? Ну, попробуй. Мусс-партии. Али-али-али! Своими маленькими ноженьками старается, да? Вот весело. Ты тут муе, ты вся мокрая, Ленка. А знаете, чем я занимаюсь сегодня весь день? А ничем.
Ну, иногда бывают такие дни, когда не хочется ничем заниматься, я ничем не занимаюсь. Первую половину дня я следила за детьми, которые игрались в машине мужа. Соответственно, все кнопочки там нажимали, надо было следить. Потом еще половину, где-то третью часть дня я следила за Тео, который был в бассейне. И вторую половину дня я следила за Леной, которая тоже решила искупаться в бассейне. И вот уже наступил вечер, и солнышко садится. И теперь я за ними слежу там, потому что они в ванной купаются, брызгаются и творят кучу всего. Не делай такое лицо. Он сделал такое лицо, типа, мы так не делаем. Ага, ага, расскажешь. Как я буду? C'est quoi cette popo cul? Cucu popo. Вот им скажешь какое-нибудь слово глупое, типа какашка там или попа, например, и они хохочут, да? Ну а как я буду жить, когда они вырастут? Наверное, мне надо еще кучу маленьких детей нарожать. Попо кюкю. Фэс фэс. Как это говорится, все гениальное просто. Смотрите, что я делаю раз в неделю. Нам нужен боль вот такой, нам нужен ножик, и нам нужны использованные капсулы кофе. Вот, я их использую. Знаете, можно, конечно, брать не... можно брать кофе, который... Ай, я проколола себе руку. Можно брать кофе, который вы не пили, например, да, но я предпочитаю брать использованный кофе, потому что в нем меньше кофеина, и таким образом... спать буду легче, вот, потому что обычно скрабы всяческие я делаю на вечер. Вот, вот этот вот кофе, использованный уже, то есть в нем практически нет кофеина, я его добавляю вот в эту тарелочку, и потом можно уже разводить с чем угодно, потому что это отличнейший просто скраб, вы можете его развести с оливковым маслом, например, да, и проскрабить хорошо кожу, тело. Кстати, по поводу кожи тела, вот мне муж всегда говорит, что у меня идеальная просто кожа тела именно. И знаете, мне кажется, это благодаря этому скрабу, которым я пользуюсь уже лет 10 точно. У меня как бы, я достаточно, ну, плотненькая, да, там животик у меня хороший такой вот. Но целлюлита как такового нет, потому что я постоянно вот это растираюсь вот этим кофе. Еще раз скажу, что можно использовать кофе, гранул, ну как это называется, кофе неиспользованный. Но поверьте мне, я сделала несколько раз, и я потом не спала ночью, хотя у меня проблем с ночным сном вообще нету. Поэтому вот, сейчас я все вот это вот порошкообразное свойство... тарелочку. Сегодня у меня будет с иланг-илангом, маслом иланг-иланга на вечер. Вот. И я сегодня расслаблюсь немножко в ванной, потому что у меня, к тому же, мойка моей башки сегодня по плану. Вот. А это теперь не так просто. Встал под душ и помыл. Это немножечко сложнее. Офигенная кашка у меня получилась. Пахнет очень хорошо. Короче, я добавила оливковое масло сегодня и несколько капель иланг-иланга. Такой у меня скрабик получится. Попочку проскрабим, животик проскрабим. Ой, красота какая будет. Кожа будет нежная-принежная. Господь Бог, я благодарю тебя за то, что эти выходные наконец-то закончились. И я перестану жрать и пить, потому что завтра все пойдут в школу и в садик, а я себе устрою детокс. Ну а пока всех с праздником! С каким праздником? Правильно, с Днем Победы вас, дорогие!